Глетчер М1944, пневматическая копия винтовки Мосина со складным штыком. Интернет-магазин «Попади в десятку». В коробке, кроме винтовки, лежит инструкция, гарантийный талон, ремень и документ о том, что штык не является холодным оружием. Сама коробка, как и обычно у Глетчера, имеет презентабельный и даже подарочный вид. Длина винтовки 1340 мм, весит она около 3 кг 750 грамм. Ложа сделана из покрашенного по дереву пластика, но очень качественного, остальные элементы металлические и тоже сделаны на совесть. Четырехгранный игольчатый раскладной штык фиксируется в двух положениях без особых усилий. Мушка с целиком выполнена как у оригинала, целик регулируется по высоте. Затвор нужно передергивать перед каждым выстрелом, ходит он мягко, гладко и приятно. Оригинальный предохранитель на своем месте и работает. Магазин держится на защелке и полностью извлекается. Его пружина фиксируется для удобного засыпания 18 стальных шариков калибра 4,5 мм. Шестигранный ключ находится в самом магазине, и вы его не потеряете, если не забудете убрать обратно во время стрельбы. Благодаря большой длине винтовки и ее ствола, скорость полета пулек и точность стрельбы здесь на высоком уровне. Эта модель может стать хорошим подарком любому любителю оружия, ведь она сочетает в себе и качество Глетчера, и легендарность винтовки Мосина. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона – луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.